Какой прекрасный день! День дня рождения, но не простого дня рождения. Мне 35 лет сегодня, боже мой! Раньше мне казалось, что 35 – это так далеко, это так много, и вообще уже я буду такая старая. Но на самом деле, понимаешь, со временем, что это все фигня. И ты выглядишь, то есть не выглядишь, выглядишь, может, и настолько, насколько выглядишь, но ощущаешь ты себя так, как ты должен себя ощущать. Молодым, здоровым, бодрым. Я хочу поблагодарить всех моих друзей, подписчиков, родственников, родных всех моих за поздравления, которые пришли ко мне в личных сообщениях, и через Skype, и в Фейсбуке, и, в общем, и на моем канале меня поздравляли. Просто бесконечная благодарность. Спасибо вам, ребята. Обычно люди это делают на Новый год, но на Новый год для меня это просто праздник. А вот именно в свой день рождения я подвожу итог, что же было сделано. Вот на фоне цветов красивых, вот этих бумажных, хочется сняться. И всегда подводится итог у меня, что я сделала. То есть все, что я запланировала, сделала ли я это. И я понимаю в этот день рождения, что вот количество людей этих хороших, которые меня окружают, все эти хорошие, добрые пожелания, это и есть мое достижение. То есть это самое лучшее, что может быть подарок в такой хороший день. Пусть он осенний, осень я люблю. Пусть он осенний, но он солнечный, он яркий для меня. И он переполнен, в общем, эмоциями. И, в общем, я себе желаю на следующий год здоровья, положительных эмоций, хороших энергий. И я с удовольствием буду ими делиться с вами, со всеми, с моими друзьями и подписчиками. И, в общем, хорошего мне года, с днем рождения. Пока-пока, спасибо. Happy birthday to you.